Добрый день, друзья! Наконец-то я вернулся из отпуска и в ближайшие дни буду выполнять все заказы, которые ко мне поступили в то время, как я был на отдыхе. И поэтому, в общем-то, в ближайшее время все, кто у меня что-то заказывал, будут потихоньку получать это все. Хочу сообщить, что у нас была и еще есть в течение суток, еще будет продолжаться, компания со скидками. То есть я ее назвал Икут, лето с Икутом. И вы еще сутки, то есть сегодня и завтра до 24 часов можете приобрести с 20% скидкой вот такие вот изделия. Это Икут E1, как вы из эбонита, то есть скидка на него 20%. Вот золотая пластина. Икут из Паласанта. Вот он как выглядит. Это E1 тоже. Вот такой вот коробочки с черепашкой. Это знак долголетия. И вот такой вот икут, всем полюбившийся. Это икут-учитель из Паласанта. Скидка на них еще, ну скажем, даже больше суток будет минус 20%. Поэтому пишите и приобретайте эти приборы, потому что после этого периода эти приборы уже можно будет приобрести только по их розничным ценам. То есть я специально сделал такую кампанию, пока я в отпуске, чтобы дело шло и, естественно, чтобы было какое-то движение, потому что движение – это жизнь, чтобы мы постоянно общались, постоянно мне кто-то писал и что-то заказывал, потому что мы двигаемся, мы развиваемся. Поэтому такая вот кампания была намечена и организована. Поэтому у вас есть, остался шанс, сутки с небольшим количеством часов, еще поучаствовать в этой кампании и приобрести вот эти замечательные приборы. Также сюда входит и икут из обсидиана двух цветов, тоже с 20% скидкой. И тем людям, которые будут покупать больше 10 приборов, скидка будет плюс еще 10%. То есть, если вы заказываете 10 этих приборов, то, соответственно, скидка будет 30%. Вот, это от опта. Также можно приобрести вот такие вот устройства. Это диск ОВП, я уже об этом говорил. Сейчас они реализуются по себестоимости партии. То есть я здесь наценку убрал полностью. Вот это диск, который позволяет сделать воду максимально полезной для человека. Горячую и холодную. То есть вы пьете каждый день воду. Вот, вода тратит вашу энергию, потому что она имеет зарядность плюсовую. То есть ОВП у нее плюсовая. Вот, можете купить ОВП-метр и померить водопроводную воду. И вы увидите, что она плюс где-то 200-300 милливольт, потому что ОВП измеряет милливольт, то есть там не отсутствует водород, вот, потому что ОВП – это прежде всего наличие водорода в воде, то есть она становится очень легко усваиваемым организмом. Такая вода, она хорошо поглощается, я рекомендую ее пить пожилым людям, ну и в любом возрасте она полезна, потому что вы не тратите энергию на то, чтобы насытить свой организм водой. Вот если вы видите, заметите, люди пожилые, они начинают сохнуть. Это говорит о том, что та вода, которая поступает им в организм, она не заряжена до необходимого уровня, который составляет в норме. То есть у нас вода где-то минус 80, минус 100 милливольт. Вот для того, чтобы ее перезарядить, нужен ресурс. Ресурсов у пожилых людей уже мало. И поэтому вода не усваивается организмом, не усваивается клеточным структурам. Вот если они будут пить такую воду, вот, то, соответственно, их организм будет снабжаться водой и
автоматически будет продлен период жизни их. То есть это, в принципе, аппарат для долголетия, диск ОВП. Вот. Я все время пользуюсь этим диском, вот, и прекрасно себя чувствую. Вот, то есть я всю воду, которую я пью, я обрабатываю это диском. То есть она у меня получается отрицательная, и, соответственно, организм не тратит на это энергию. Вот то, что я хотел сегодня сказать. Спешите за покупками. Осталось совсем немного. Под роликом будут мои координаты. Электронная почта. Можете писать WhatsApp. Вот, есть ИКУТ. Такое сообщество в WhatsApp, вы можете туда вступить или попроситься туда. И, соответственно, вы можете мне непосредственно написать. Или в Телеграме тоже есть ИКУТ. В Телеграме. И можете мне написать в WhatsApp. Можете мне прислать на электронную почту письмо с запросом на покупку. Вот. И приобрести прибор, уникальные приборы, еще раз подчеркиваю, потому что это ваша возможность очень... как бы экономично приобрести приборы самой высшей категории. То есть это, вы видите, и отделка и так далее. То есть это промышленные варианты уже высшей категории, высшего качества. Эти приборы можете приобрести. Вот. Спасибо за внимание. Я продолжаю докладывать свои соображения о текущей ситуации. Об этом поговорим в ближайшее время. Сейчас я только приехал вчера и прихожу в себя. Поэтому спасибо за внимание. До новых встреч.